Хочешь поучаствовать в конкурсе на 50 тысяч кристаллов? Тогда тебе нужно подписаться на мой канал, поставить лайк на это видео и написать свой ник в комментарии. Более подробная информация в описании. Всем привет, друзья, с вами Биктанекс, и сегодня я записываю рубрику «Бесконечный спаси голд». Со мной в конфе будет Легенда. Здорово, ребят. И Ховик, Коврик. Всем привет, ребят. Такие жесткие лаги у меня, потому что люди заходят, вот у нас... В принципе, «Бесконечный спаси голд» — это голды сейчас будут лететь у нас бесконечно. Вы сейчас посмотрите, кто скидывает эти голды, вы просто охереете. Так, короче, у нас вот дохерище мин у меня, еще и там у ребят, и противники только что позаходили. Мы сейчас будем пытаться это все сделать, защищать эти голдики. Тут дохерища голдов, вот, видите, только я этот голд не беру. Вот, видите, как у меня он. Сквозь танк, сквозь голд хожу, короче. А там еще дохера мину там, у ребят. Такс. Они пишут, что тут? Да ничего, можете выходить, ничего, пока. А что, они думают, что здесь спаси голд? Нет, здесь не спаси голд. Пока, можете выходить. Напишите им, чтобы они выходили. Ну, я примерно выставил здесь около, там, 1000 мин, примерно, вот. Так что я думаю, что продержим мы здесь минуточек так 10 точно, а потом будем уже поддаваться. Я не хочу, чтобы первый голд взяли, потому что если первый возьмут, то дальше будет для них изи вообще. О, нифига, что это чувак по карусели спустился. Чё? О! Ховика убили. Ой. Мне кажется, ли сейчас будет плотно? А сзади ж мин есть? А, легенда, давай, держи там их. Когда я отсюда буду. Нам ту рубрику просто испоганили читеры, и ничего нормального не... Ой, блин. Ничего нормального не получилось у нас. Просто читаки летали по карте, и... Писец, надеюсь, сегодня такого не будет. Надеюсь. Так, у меня сейчас... Оу. Не будет. Давай, херачим. Я вообще в голде стою, походу, никого не волнует то, что я в голде стою. Так. Они какие-то неактивные. О, он минит, он думает, что я за ним поеду. Даже если я за ним поеду, что оно ему даст? Ну вот, допустим, я поехал. И шо. Давай, до 10 мин мне в одну поставь, давай. Конечно. Все понятно. Такс. Мы ему мин поставим, чтобы он там сидел. Все. Легенда, примешь. О, легенда. Ты примешь у нас? А меня примешь, легенда? Не знаю, подумаю. Да, ну хорошо. Так, блин, от рельсы надо было деть. А я взял от мин, чтобы на меня не срали, потому что реально мин до хера. Я тоже, кстати. Срать, да. Я тоже. А чё они такие, чё-то какие-то неактивные ребята, викингов нет вообще. Хотя я был бы не против, если викинги были, хотя бы поинтереснее было, повеселее. А, он поставил до хера мин в одну и думает, что я, типа, я наеду на них. Спасибо, до свидания. Он понял? Он, короче, увидел, что я поехал за чуваком, который до хера мин поставил, и сам же поставил столько. Только еще больше, два раза. Ой, тут КД на. Кто меня сейчас убьет? Фу, нормально. Я-то ехал. Да. Давай. Так, ну, Украина. Короче, что-то они какие-то вообще неактивные. Давайте, ребята, активней. Напишите им, что... Хоббик, напиши им, что... Что-то еще 8 минут, и мы забираем голды. Ну, если они не будут активными. Давай. Пускай ускоряется, пиши. А то так не пойдет. Смотри, они просто стоят и меня бьют. У меня по КД. Вот смысл бить, просто у меня же по КД все. Ужас. Ну понятно, что у меня мин дохерища. О! Ничего себе. Вас... Я лучше стану в голде. Сейчас идет, прорываются уже. С моей стороны. Будь осторожен. Да, пиши, пускай быстрее идут. А чё они какие-то? Он минус падает. О, сейчас у меня КД будет и мне хана. А нет. Лёш, сзади, если чё, сзади. Окей. Я, как всегда, на Титана Вулкане. И все, нормально, все чётенько. Бесконечный СГ, да, это бесконечный спаси голд. Рубрика вам очень нравится, вы набираете дохерища лайков, поэтому я её решил еще записать. Такс, а чё там? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сзади. Охренеть. Блин, что-то вот теперь уже активно. Ладно, ты держи, короче, легенду, чтобы они не подъезжали ко мне, я пойду атаковать. Окей? Хорошо. Окей, все, держи. Просто растаскиваем. Да. Давайте, ребята, атакуйте. Сука, слили! Блин, легенда, быстрее, иди к голду. Все, они сейчас возьмут. Легенда! Все, смотри.
Все, взял. Смотрите, ребят, скидывает голды чувак, которого нет в битве, просто на все. Так, Хобби, это ты. Так, сейчас я заменю. Ой, это ты, блин. Блин. Да все, я сейчас. Сейчас, подожди, легенда, тупо разноси всех. Легенда, разноси. Да я бью всех. Я сейчас тупо заминирую и обратно займу эту позицию. Сейчас мы. Давай, называется операция отхват. Там минит, короче, будь осторожен. Да-да-да, сейчас я им заменю, блин. Давай. Короче, нарим. Жестоко. Тихо. И саму ж не хочется все взять, но и не хочется им отдать это все дело. О! Да-да-да. Ох! Ох, нифига! Оп, тихо. Я взял. Ну ладно. Бигтан сбросил, Бигтан взял. А, я, кстати, да, Бигтан сбросил, Бигтан взял. Ну ладно, сейчас заменим, давайте. Давай, миним. Так. Заменим. Ой-ой-ой, без брони, короче. Так, все, мы сейчас тут заменим, все будет изи. Прикольно, кстати, когда мины взрывают, тоже вот эти циферки, понял, появляются. Ну, когда урон наносится. Так, я тоже минь, короче. Давай, минь там. Только держите эту сторону, пожалуйста, ребят, чтобы я не отвлекался. А то этот раз отвлекался, и меня в итоге так слили, вообще по жести было. Я на из рубрику столько мин слил, просто жесть. Ковик, давай нарь. Пощёль вон. Так, короче. Пощёль вон. И ты пощёль вон. Так. Но они, короче... Ой! Ох, чуть не взял сам, прикинь. Миллиметр. Там не берут еще? Да нет. Ой, нифига, не там вообще мясо. Слушай, я, наверное... Там мин до хера. Мин до хера. Да, но я все равно их лучше побью, наверное. Окей. Так. О, смотри. А нет. Лично, я, короче, всё так держу. Так, тогда я тебя не буду бить. Давайте, ребята, ну активней. Ну бесконечно спаси голд. Голд улетят. А чё, кстати, мой голд бросился? Непонятным образом. Ну, походу, закончился вот этот. На, в смысле, уже? Ну да. А, кстати, он, походу, не все скинул. А, я понял, да, он, походу, кинул не все. Ну ладно. Какой-то Поляков, которого нет в битве, кинул не все, лол. Просто под. Так, давайте херачим их. Ой-ой-ой! Блин, меня снова слили! Да ты, сука! У меня чуть-чуть мин, просто чуть-чуть совсем. Блин, ладно, давай еще раз. Я возьму сейчас. Нет, Украина рулит, ты сдолбал. Да, Украина рулит, берет. И Бигтан снова сбросил. Пока Д, наверное, сбрасывается, да? Короче, убиваю всех нахер. Да, убил. Я миню подгол. Я тоже миню. Все, давай вот этого убиваем и все. Ты минишь гол? Там аккуратно мои мины, короче. Нахера? Ну, чуть-чуть. Выдержишь ты, короче. Ой, блин, да у меня просто, понял? Нет резиста. Держи ту сторону, слышишь? Хорошо, держу. Держите норм, раки нам пишут. Лол. Давай. Ну они, короче, все. Они рельсами нас растаскивают. Давай, держи. Я тогда эту сторону продержу. В принципе, у меня не должны быть. Только если ты ту сторону продержишь, окей? Меня просто сливает так быстро. Резиста нет от рельсы. А тут одни рельсы, кстати. Я меню. Там нормально все? Нормально, конечно. Окей. Да, все, свет, короче, все. Ну давайте, ребят, активней. Кстати, ребят, в этом выпуске будет спрятан корпус станков онлайн. На какой минуте он будет спрятан, ваша задача угадать. И кто первым напишет время, секунду и какой и что спрятано, то тот получит 5000 кристаллов. Давно этой рубрики не было, так что вот. Ищите. Оп. Ну блин, а чё, всё, а чё я... они? Я, короче, где 300 мин слил, нормально, все, хватит. Угу, окей. Оп. Сливаем всех. Так. А тут какие-то жимы еще пытаются. Ой, лаги! Вот это сейчас что-то было опасно. Давай. Они на своих же минках взрываются. Ой. Че, возьмут? Ай, меня чуть не сели. Смотри. Они проезжают. Легенда! Да там мин много. Точно? Да. Куда ты едешь? Давай назад, братишка. Братан. Братишка. О, спасибо, что разминировал для меня минку. О, у меня фантомы. Давайте, поехали, конечно. Ой, фантом опять. Ой, фантомы, у меня фантомы, слышишь? Ой, читеры! Опять? Да. Да ладно. Отлично. Ну что-то Бигтан сбрасывает, ну ладно. Уже мои голдики пошли походу. Я тут кинул тоже. Блин, слили. Блин. Конечно, спаси голд. Ну, такой у нас изи спаси голд будет. В принципе, пускай ребята быстрее забирают голды и будем уже заканчивать.
что бесконечно тоже не очень хочется. Бесконечно называется рубрика бесконечная, но держим мы, естественно, меньше, потому что если бесконечно держать, то это будет очень неправильно. Да, и очень скучно, если честно. Да. Короче, сливаем всех. Так, я не буду брать. Надеюсь, меня если не толкнут. Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо. Я стою, смотрю, кто возьмет. Тихо, кто возьмет? Кто? Hello. Все, уезжай. Окей, еду отсюда. Давай, убиваем всех, кто на точке, всех убивай. Хорошо. Вот, смотри. Блин, плохо, что я жигу взял. Кстати, не надо будет. Ой-ой-ой. Короче, его убивай, Украина рулит, или как там? Давай. Херач. Он просто аптеки не успеет схавать, давай, херач его. А он хавает по КДХ, смотри. Ай! Ладно. Допустим. Да умри ты уже, господи. Ну ладно, пускай стоит, он все равно не возьмет. Хорошо. Хотя может он взять, он может залететь. Че, я беру? Не, пускай вот Кузьмяу. Да, возьми. Кузьмяу, пусть берет, да, Кузьмяу. Все, это последний был голд, поэтому, ребят, нормально мы так, в принципе, подержали. Ну сколько? Ну минут, наверное, 10, да? 7-8. Да, 7-8. 10. Ну нормально, в принципе, больше не хочется, чтобы по-быстрому записать, потому что сегодня у меня был стрим, и я вот уже поздно записываю видос, поэтому... Если вам видос это понравился, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Запишем, я думаю, что через недельку еще такую рубрику. Только может поэпичнее, может опять читеры к нам зайдут. Кстати, их забанили все аккаунты, которые были. Это круто. Вот, поэтому все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Пока, ребят. Всем пока, ребят.